Сегодня финальный день счастливого случая, так называемые случайные дни. Мы провели большой такой мастер-класс с ребятами, которые хотели участвовать в спектакле творческой группы «Случай» под названием «Слово». С 12 часов дня эти ребята были здесь, на этаже, мучились страшно, иногда не мучились, читали стихотворения, разбирали, пробовали себя на сцене, кто-то впервые, кто-то уже много раз бывал на ней. Но все мы это делали вместе, и всего лишь за 8 часов нам удалось поставить спектакль. Спектакль о том, как важно говорить, как важно иметь свое мнение и всегда пользоваться этой уникальной возможностью. Мы стали действительно коллективом и настоящими случайными артистами. Каждый из них теперь может гордиться тем, что он в творческой группе «Случай», что он случайно, но актер здесь, в культурном центре «Этаж». Было немного народу в зале, но этим и прекрасен этот показ, потому что есть где развернуться, есть куда работать, и все еще впереди. И у нас, у творческой группы «Случай», и у этих ребят, у каждого в отдельности.